Ребят, может быть, этой стране достанется футболка? Покричи немного! Силоваты, Иван Викторович! Противоположная сторона, давайте поддержим Зуми! Я хуже, ничего не слышу! У нас в Петербурге во дворе громче ору! Машка, да! Что так пьяло-то, чё вы? У него есть уже. Итак, следующий бой. Рост 85 сантиметров, вес 72 килограмма. Бурбанов Асев. Синий угол ринга, красный угол ринга. Второй раз на этом турнире. Минувшее воскресенье уже здесь был этот боец. Рост 171 сантиметр, вес 67 килограмм. Александр Апанасов. Александр настроен решительно взять реванш. Бой в предыдущем воскресенье не совсем ему удался. Проиграл бойцу сборной клуба «Рот». Поаплодируем, ребят, бойцам! Поехали! Бойцам Северино! Еще раз напомню про правила, они есть, соблюдаем. Вот. Деремся до конца, времени нет и судей нет. Только вы решите, кто из вас сильнейший. Возьмите друг другу руки и разойдитесь по углам. Готов? Готов? Бой, поехали! Ой-ой-ой, я тебя оторвался! Ты страшно бьешь, слушай! Саня, давай! Оп! Руки, оп. Давай, не пойдешь, простые парни! Кроссфит качок против обычного человека! Ну да, они такие. Работа, затылок, затылок! Затылок внимательно! Правой рукой бей. Давай до конца.
На сколько? Вставай. Стоп, стойка. Бой, поехали. Да давай, ты можешь. Давайте поддержим нормальных пацанов. Активнее работаем! Нужна стрелка, давай! Рукой! Забери руку! Активнее! Левые аплодисменты, давайте поможем на кухне! Мы не запустили, работаем! По правилам стрелки, если нет парты реактивности, добивание или выхода на болевой мы поднимаем. Готовы? Поехали! На середину, партнеры. В этом нелегком поединке победу одержал спортсмен справа от меня. Поздравим победителя! Лучшие аплодисменты от мистера Мурзуза! Так, сейчас тебя коротенько, но подожди, не убегай. Не могу пока. Вторую неделю приезжаешь на стрелку, рубишься отлично, чего не хватает? Санек. Не тренируйся, надо тренироваться. А ты что всю неделю делал-то? Когда тренируйся, Александр, ждем тебя на третью стрелку обязательно. Чемпион. Пару слов. Кто ты сколько лет чем занимаешься? 21. Немножко левее. Занимаюсь просто на природе. Не, на природе я понял. Ты спортом там в клубе профессионально тренируешься или сам для себя? Сам для себя. Еще на стрелку приедешь на финальные турниры? Я до конца. Спасибо, поаплодировали до конца, парень! Сейчас дадим слово представителю.